шагаем по миру. Мы за мир во всем мире. Свои навыки гостям праздника продемонстрировало подразделение Саровского спецназа. Выступление открыло ежегодную военизированную эстафету, посвященную Дню России. Каждый год на стадионе ИКАР собираются военно-патриотические клубы, чтобы проверить свои силы в командных состязаниях. Сегодня мы будем участвовать в эстафете, будем показывать свои навыки, софт-хард-скиллы. Собственно, здесь наша команда, которая покажет, на что способна. Чем полезно данное мероприятие? Ну, в первую очередь, оно полезно, что позволяет не только проверить себя, но еще и понять, что нужно улучшить в себе, как в человеке в целом, выяснить слабые стороны, соответственно, в дальнейшем над ними работать. Сборка-разборка автомата, оказание первой медицинской помощи, переправа, викторина по истории, перетягивание каната. 10 командам предстоит пройти 8 станций. Одна из самых зрелищных – пожарная. Как можно быстрее ребятам нужно экипироваться, сбить мяч струей воды, спасти человека, потушить огонь и добраться до финиша. Прошли мы немного, самое скучное, впереди все самое интересное, веселое. Сейчас будем сшибать из водяного пистолета на максималках мячик и еще кучу всего. Как тебе праздник? Очень нравится. У нас, я уже третий год участвую. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться. Наша команда самая сильная, мы всех порвем. Для горожан подготовили выставку техники и вооружения. За одним столом рассказывали о современном холодном и огнестрельном оружии. А экспонаты соседнего переносили в прошлое. Ими сражались богатыри на Руси. На выставке техники представили бронированную разведывательно-дозорную машину автомобиля «Урала УАЗ». Памятное фото можно было сделать внутри машины, к примеру, выглянув из люка. На многих маленьких гостей ИКАРа военная техника произвела сильное впечатление. Нам понравилось около БТРа. В БТРе вот эта вот пушка. Мне понравилось, ну что там такие идут, там все такие приборы классные. А еще нам в машине понравилось, что там есть классный мотор, да, Толь? Я фоткалась, мне очень нравилось лазить по машинам. Я видела крутое шоу спецназа. Это было так все необычно, круто. Я же была в некоторых моментах страшно за них. Продолжили праздник на ИКАРе спортивными состязаниями. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.